В Азербайджане уделяется особое внимание комфортному и беспрепятственному движению автомобилей. Проблемы, имеющиеся в данной сфере, регулярно обсуждаются и принимаются своевременные решения для их устранения. В ходе заседания, посвященного проблемам автотранспорта, было также отмечено, что автомобили с большим грузом, сельскохозяйственная техника и автобусы, совершающие междугородние рейсы, создают определенные сложности как на городских трассах, так и в сельской местности и внегородских дорогах. Груженные легковые автомобили сильно мешают движению транспорта. У каждой машины есть свой предел груза, поэтому это большой риск. 19 постов дорожного патруля проводят контроль и в случае необходимости оказывают помощь водителям, перевозящим груз на большие расстояния. Мы настоятельно рекомендуем им останавливаться и немного отдыхать каждые 200-250 километров. Хосров Наджафов также отметил важность организации ярмарок в регионах. По его словам, это поможет избежать многих автомобильных аварий, а также ускорит движение транспорта. Продажа товаров на обочине создает определенные сложности. Это тормозит движение автомобилей и создает угрозу безопасности для самих торговцев. Если кто-то останавливается на обочине, чтобы купить продукцию, при этом он тормозит движение следующего за ним транспорта или вообще создает аварийную ситуацию. Отметим, что сегодняшнее заседание было посвящено инновациям, проблемам и предстоящим задачам в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Фуат Байрамов, Рауф Гусейнов, CBC.